Доброго времени суток, подписчики и зрители канала. Меня зовут Андрей Поэт, и это долгожданная, пятая, заключительная серия 12 сезона Stalker Strike на моем канале. В силу ряда обстоятельств больше месяца не было серий. Такие перерывы у нас разве что старички помнят, поэтому я решил, что уже несправедливо будет выкладывать короткую серию, и вместо двух коротких решил сделать одну большую, заключительную. В конце видео еще будет объявлен конкурс в честь окончания 12 сезона, так что не торопитесь выключать. Ну а сейчас, внимание на экран. Итак, в прошлых сериях Бум с Ворониным и Скиричем попали во временную аномалию, последовав за странным человеком, который скрылся в ангаре. Сразу после прохода аномалия схлопнулась, отрезав долговцев от отряда, где был Агр. О, ты подошел! Чего у тебя? Маслину поймал, здорово. Есть тебе бинт-то что-нибудь привязать? Не знаю, сам еле забежал сюда. У тебя бинт с собой. У меня ничего нет. Надо посмотреть. Вы-то принесли, что хотели. Внутри долговцы нашли какого-то странного умирающего персонажа, которого звали Джон Смит. Этот Джон Смит был странный, называл Воронина кротом. А чё, крот, где твои там хвалёные мальчики? Маша, какой-то прибор. Давай сюда. Что это, скажи давай мне? Давай побазарим, скинь. Посмотри, что это, скажи мне, что это такое? Да я-то откуда знаю, это что это? Что ты здесь делаешь вообще? Лежу с дырой в пузе, что я не делаю? Ты лежишь с дырой в пузе. Есть у тебя аптечка, еще что-то. Да я откуда знаю, сюда ты забежал. Я знаю, как ты сюда вообще попал? Накрыли нас, мы зря договаривались с тобой встретиться здесь. Сам. Да. Тут есть кровь. Ребят, отлично, кровь. Перетяни ее. Есть йод. Отлично. Йод. Нужно сделать ему переливание. Сейчас выручка. Я нашел. Перетяни ему, давай, я побежу. Держи его на прицеле на всякий пожарный. Где? Где у тебя рана? Живот? Да, живот. Давай. Вон рана. Бинтуй его, потом переливаем кровь. Надо его приподнять маленько. В пульсе не чувствуете. Чего? Пульса нет. Джон Смит умер, а потом все повторилось. Что ты здесь? Там засада, втаскивай, пока не накрыли. Заходи, закрывай дверь. Ну вот, суки, пострелили. Давай еще бинтов из этой самой. Верхний шкаф левый. Левый верхний шкаф. Понял. Левый шкаф вверх. Лежи. Вот и все. Все? Все, все. Джон Смит почему-то видел в Воронине некоего крота, а Бума и Скирича принимал за вольных сталкеров, которые должны были принести ему артефакты. Но Джон попал в засаду, его подстрелили, а долговцы, в которых он видел вольников, почему-то не принесли ему обещанных артефактов. И Джон начинал нервничать. Ты в засаду Москвы попал? Вот только что! Такие же, как вы! Может, ты засаду организовал, а? Я тебя спрашиваю! Я похож на того, кто организует засаду? Хер вас знает, я тебя первый раз вижу! Крот, давай, объясняй мне, кто это такие? Это со мной, это мои бойцы. Я понимаю, твои бойцы, я рад за них. Где артефакты, где бабки? Почему я с простреленным пузом здесь хожу? А вот мне тоже интересно, почему мне ты... Мне тоже интересно, может ты на меня засаду организовал, а? Может тебе башку пристрелить, а? Да. Давай, а что пробуй, давай. На колени. Давай. Бинт чей? А? Бинт чей? Чей? Я тут знаю, чей бинт. Ну так я же понабинизовал, я бы тебя бинтовал. Ну-ка. Зачем ты сделал сожжение? Сейчас второго отстрелю. Чего тебе надо? Я тебе еще... Мы с тобой о чем договариваемся? Бинтуйся, боец. Бинтуйся, давай. О чем мы с тобой договариваемся? Ты приводишь бойцов, приносишь тебе артефакты. Зачем я тебе привез твоих бойцов? Должен мне артефакты был принести, нахер мне твои бойцы. А зачем я должен был принести тебе бойцов? Потому что я тебе заплатил денег. Тебе башку теперь отстрелить, может, а? Ствол убрал. Ствол убрал. Я одному острию, сейчас завалю нахуй. Давай. Что тихо? Я с вас еду, тихо. Правильно. Командир. Убивать Джона было нельзя, он был неким связующим звеном этой петли. Стоит ему умереть, и все начинается сначала. Лечись. Сука, стой, блядь, сказал, куда пошел нахуй.
Ну смотри, еще раз проигрываешь, у тебя большие проблемы. Давай последний раз. Ты, друг мой, не перезаряжай. И пупок тут. А если я выигрываю, то что? Если выигрываешь, продолжим разговор. Но в этот раз что-то пошло по-другому, и Бум очутился в другом помещении, где этот же человек играл с долговцами на их жизни. Присаживайся, выбирай! Во что бы мог с тобой? Наркотики, алкоголь, не желаете? Нет. Зря. Я, пожалуй, бахну. В карты не умею. Что еще есть? Кубик. Что еще есть? Монетка. 50 на 50 там уметь не надо. Три раза обыграл меня, и ты ад рядом с ним станешь. Ну, сам понимаешь, три раза проиграл. Убивать я тебя не буду. Давай, пожалуйста, кидай. Что? Орел. Без проблем. Пожалуйста, что? Орел. Красавец. 1-0. Продолжим. Орел. Красавец, 2-0. Ты блин таких денег, ребят. Пей, смотри, решка. Орел. Орел. Красавец. Давай, пару. Давай. Решка. Ну, как говорится, везет не всем. Я, Саша, двойня. Маханем? Что, проиграл он? Да. И что сделал с ним? Такое бывает. А знаете, что мы сделаем? Ты, друг. Поскольку ты точно не проиграл, ты мне его свяжешь. Свяжи, свяжи, не бойся. Мы с вами немножечко поиграем. С вами мы поиграем, ребятушки. Вы уже догадались, это во что? Ножички. Правильно. Кто победит, тот и боец. А кто проиграет, того остальные двое прикопают рядышком. Так что... Челябин! Я могу как бахой шлёпнуть. Все, без проблем. Вот. Буму показалось, что этот человек очень похож на Сивова. Того Сивова, который перенес их с Агром в это время. Но здесь Сивый выглядел намного моложе, из-за чего у Бума остались сомнения, Сивый ли это. Ведь этот Сивый не признал Бума. Ты меня не помнишь? Ты Сивый? Ты меня не помнишь? Я Сивый, я тебя не помню. Под конец все стало более или менее понятно. Временная аномалия показала нам разные фрагменты из жизни Сивова, который стал заложником времени из-за частой игры с ним. Под конец аномалия вывела нас к Сивому, настоящему, который знал Бума. И он дал зацепку, после чего временная петля выпустила долговцев. Ты хотел остановить все, и тебе нужно было время. Да. Я нашел способ укротить время, но стал его заложником. Быть может... Но ты смог перенести нас. Это работа. Да, это работа. Я в своем уме. Подумай, это действительно работает. Значит, есть что-то, что может... Что можно попробовать и рискнуть всем, чтобы спасти всех. Ты готов? Да. Вот, видишь, он уже начинает понимать, что если один раз ты смог перенестись во времени, и тебе повезло. Ты можешь рискнуть всем и попробовать еще раз. И вот, может, тебе опять повезет. И да, я знаю, что нужно для того, чтобы перенестись во времени. Что? И естественно, скорее всего, мне придется ответить на этот вопрос. Потому что у меня уже, к сожалению, нет этого времени. А у вас есть шанс. Есть шанс попробовать все изменить. У тебя есть шанс изменить. У них своя жизнь. У них свои цели, задачи. Они не понимают. Да, он сейчас будет говорить, что можно перенестись. Да, он будет тебе помогать, но он живет своей жизнью. А ты? Ты больше за всех них. Послезавтра их может никого не быть. Или вы все будете жить мирно и спокойно. Ты готов рискнуть всем? Да. Тогда идите, отправляйтесь. Отправляйтесь в эту чуждую для тебя и такую родную для вас зону. Идите, ищите. Ищите артефакт. Что в зоне самое ценное? Это артефакты. Артефакты. И да, есть такой артефакт. Нужен компас? Совершенно верно. Зачем вы вообще сюда ко мне пришли, если вы все знаете? Компас вам поможет. Обретите артефакт и рискните всем. И, быть может, вам повезет. Буму нужен был компас. Правда, что с ним делать, пока оставалось загадкой. Долговцы двинули на базу, чтобы там перегруппироваться и разработать дальнейший план действий.
А в это время евреи с Агром уже вышли с базы, опять разминувшись с отрядом, в котором был Бум. На перекрестке они разошлись, Агр отправился в бар «Сторинген» в надежде найти информацию о пропавших ученых. Это был последний раз, когда еврей видел Агра. Сам же еврей отправился на черный рынок, и больше о нем тоже ничего не было известно. А тем временем на базе «Долга» Бум и Воронин думали, где достать компас. По всему выходило, что топать нужно к центру зоны и самим, ибо делиться этой информацией и нанимать сталкеров Воронин посчитал слишком рискованно. В зоне начинало темнеть, а квад «Долга» выдвинулся к некой заброшенной лаборатории в центре зоны. Там, по слухам, мог быть нужный артефакт или хотя бы упоминание о нем. Шли мы долго, лесами. По пути у Воронина сдохли батарейки в ПДА, и когда я полез за запасными в рюкзак, обнаружил зависший рекордер. Перезапустил его, и теперь отличный внешний звук снова с нами. Уже почти стемнело, когда мы подошли к входу в лабораторию. Осторожно. Бля, ногу подними. Слушай, подержи меня, пожалуйста, а то я своими штуками сейчас сам. Выползай сюда, выползай, глупый. Ты можешь. Ранен. Здорово, блин, обмотай. Бери. Срочно! А? Не, просто я понял, что один забит. Уйдем с собой. Всех перебирать? Да, да. У вас что, еще есть живые, нет? Давай, тоже колено вон, потащи. Колени. Лис, я заезжу. Тот, который тебе в жопу засунул, падла. То есть я не несу? Колень. Оружие еще кое есть? Поищи. Проверяй. Как сучка бьешь. Еще? Мама драться учила. Че, только можешь пленных, беда. Ну ты урод, я. Прописать что? Легко, когда я на коленях, да, падла? Давай один на один. Гнида фанатичная. Мамку твою вот ебал, и тебя тоже, сука. Сейчас расскажешь. Давай, блядь, стреляй. Стреляй, сука, давай. Че? Пидор нам. Их нам не надо. Я думаю, зачем? Двоих. Давай. Убит. Два пошли. Два достаточно. Подъем. Здесь очень важная информация, время уходит. Нужно поговорить. Харон. Мы шли сюда очень долго. Вымотались. Я не совсем из долга, вернее из долга, но не из этого времени. Завтра... Завтра, ровно в 15:00, в зоне произойдет выброс. Вы прямо в центре зоны находитесь. Я не знаю, знаете вы что-нибудь об этом или нет, но этот выброс уничтожит все живое в радиусе 200-300 километров, а потом расползется по всему миру. В мире останется только 10% людей. Править всем будут темные и их лорды, повелители, которых практически невозможно убить. Они питаются нами там, в будущем. Мы из ополчения долга, того долга, который был воссоздан по найденным на ростке, там, документам. Я переместился сюда с помощью СИО вместе со своим напарником. Мы рядовые, мы много чего не знали, но уже успели выяснить. Это здесь. Наш командир погиб, и мы прибили здесь к долгу. Они должны были вывести нас сюда за артефактом компас. Он сможет повернуть время вспять. Но у Воронина была информация, что компас находится где-то здесь. В одном из наших ангаров, дотчетных, находится некий артефакт, который засекли наши патрули. Кто бы знал. Я тебе об этом докладывал обратно. Ты сказал, что нам это неинтересно. Я не углублялась в изучение этого вопроса. Нам не нужны артефакты.
Монолитовцы поверили рассказу Бума и согласились помочь, так как этому предшествовала череда непонятных событий, по завершению которых пропал сам камень, которому поклонялись фанатики. Что касается вампиров, лордов, у меня есть ученый, который занимался этой проблемой, занимался изучением этой проблемы вместе с профессором Преображенским. Пациент номер 0. Нулевой пациент? Да. Это он? Вы знаете, где он находится? Это не... Но он занимался этим пациентом. Мы не знаем, где он находится. Это ученый. Ученый у нас. А, ученый у вас. Нас. Тебе помочь, что ли? Помочь? Вспомни то, чего я не знаю. Давай, давай, работай мозгами, ну. Ну, вы анализы у него брали. Что показали анализы? Анализы показывали, что он какой-то... Не такой. Мутация. Вирус как был в крови. Конечности отрастали после их отрезания. Это очень похоже. Быстро отрастали? Я не знаю, я не видел отчетов. Отрезали ему конечности? Кто, я не знаю, но что-то было в отчетах. Я занимаюсь перед отправкой также почты, и да, я бывает вижу, читаю, что там написано. Хотя это запрещено. Им занимался Преображенский? Ну да, Преображенскому было интересно. Когда он этим занимался? Год, число, месяц? Да, я не могу вспомнить, потому что я... Примерно полгода, год назад. Полгода, наверное, может быть год. А вот насколько мы промахнулись. Нам надо было 2015. То есть тот, я тебе немножечко расскажу, в чем суть. Тот, кого вы исследовали, это начальник целой расы, которая в будущем поработит людей. Я прибыл сюда из будущего, вместе со своим напарником. Ну, это невозможно. Это возможно. А отрастающие конечности возможны? А то, что здесь происходит, это возможно? Ну, многое что нельзя объяснить, но... Завтра всему конец. Завтра ровно в 15.00, 21 августа 2016 года, произойдет глобальный выброс. Все здесь слетит с лица Земли, кроме темных. В течение нескольких дней зона распространится на всю планету. Останется 10% людей, их загонят в резервации и будут ими кормиться. Кормиться дети того, кого вы исследовали. Поэтому вспоминай. Это важнее твоей жизни, это важнее всех, кто здесь присутствует. Что тебя может конкретно интересовать? Как его найти, как его убить? Приметы, любые. Приметы. Как найти того, кто с тобой работал? Как его можно найти? Преображенский. Как найти Преображенского? Я не знаю, где. Кто еще работал с собой, с Преображенским? Они все погибли. Остался только ты, Преображенский. Где находится? Где они все погибли? Я не помню. Вон мне... карта, смотри на карту. Да как вы мне что-то вкололи, я ничего не помню. Мы были в этой лаборатории, она разрушена. Хотя не должна была. Она должна, по нашим прикидкам, по записям в документах, что-то во времени пошло не так. В этот день она функционировала вплоть до самого выброса. По записям, которые мы нашли, лаборатория Преображенского и сам Преображенский должны были быть в своем бункере. Там, где мы находили документы только в этом времени. Когда мы дошли до бункера, там было пусто. Он был частично обрушен, и там ничего не было. Я не могу вам объяснить, я не знаю ничего абсолютно. Преображенского сейчас. Я вот владею той информацией. Бункер заброшен, там нет ничего. А самого Преображенского ты не видел? Нет, если бы я видел, я бы всю инфу узнал у него. А есть ли ему информация? Он сейчас жив? Возможно, жив. Тоже его знает. Всех, кого я спрашивал, все качали головой. Специализация вашего Преображенского какая была? Вот он профессор. Говорит, что... Профессор он... чего? Погоди, профессор он... чего? Он какой занимался... областью он занимался? Да всем мы занимались. Всем чем? Можно заниматься шахматами, да физикой, химией. Можно заниматься. Он занимался изначально водородными реакторами. Чем он конкретно во время работы занимался? Проектов тысячи, сотни. Органика, неорганика. Да все. Итого, что мы имеем. Во-первых, профессор Преображенский исчез. Раз. Два. По нашим записям он должен был быть в этот день, в этом времени. Он должен Монолит был в бункер. Исчез. Монолит два. Исчез. Два. Я попробую. Попробуй. Попробую. Радиация. Аномалии, они такие. Они могут не сразу тебя ударить. Они начинают. Надо сначала обнаружить ее границы. Я буду двигаться медленно. Да, я вижу 70. 70 это не бьет, 70 это расстояние. Ржавые волосы. Она не бьет, это расстояние до нее.
то здесь можно проходить, по идее. 72, 73. 70. До сотни можно ходить. Так, я приближаюсь к ней. Нет. Опять 70. Стоп, радиация. Это радиация, все в порядке. Так. Вот туда прямо, правильно? Да. То главное идти очень медленно. Так, это радиация, все в порядке. Это не бьет, это расстояние. 70, 70. 70 это нормально. Когда будет к сотне ближе, будет 80, 90, это значит мы очень близко к аномалии. Это отображается граница. 77. Химия, химия, химия какая-то бьет. Вот химия бьет. Твою мать. 40% жизни. Откуда там химия? Нет, давайте не будем его нахрапом брать. Нет, нет, туда не пройти. По крайней мере, без костюма точно. Если вернуться с костюмом... А где есть костюм? У меня нету. К сожалению, все лаборатории с индексом X в центре зоны из тех, в которые была возможность пройти, оказались пусты, и Буму ничего не оставалось, кроме как вернуться на базу долго, ни с чем и без отряда. Бум не ел уже порядка 12 часов, он хотел зайти по пути в бар Сторинген отдохнуть и, возможно, что-то узнать там среди сплетен и слухов сталкеров. Бум уже почти отчаялся. Агр пропал, компас не был найден. По пути слева находился небольшой хуторок, и Бум решил проверить его на артефакты. Ведь в старингенах нужно было чем-то расплатиться за еду и информацию. В развалинах притаилась аномалия, и когда ПДА запищал, Бум решил, что та ползет на него, и побежал. Побежал в надежде вырваться из нее, но он не посмотрел на экран ПДА, а следовало. То, что Бум принял за аномалию, которая резко решила прогуляться до него, на самом деле оказалось контролером. Бум понял это слишком поздно, когда столкнулся лицом к лицу с этим порождением зоны. ПДА пропищал последний раз, фиксируя резкий скачок пси-излучения, и сознание Бума потухло. Чего? А, ёб твою мать! Контролер увел его за собой в зону, и больше Бума никто не видел. А на следующий день грянул небывалой мощности выброс. Последовавшие за ним события с точностью повторяли то, что пророчили двое долговцев из будущего. Ну что ж, 12 сезон завершен. Конечно, не так, как бы мне хотелось, но это игра, и здесь часто все идет не по плану. В честь окончания сезона я совместно с группой «Тактические решения» хочу провести конкурс репостов. У нас будет 10 победителей, 5 из которых получат шеврон долга, а другие 5 шеврон свободы. А также будет 3 победителя, каждый из которых получит по самому лучшему в мире тактическому ремню «Долг М3», обзор на который я делал перед этой серией. Расцветка ремня на выбор победителя. Для участия в конкурсе нужно вступить в мою группу «Дневник мародера», а также в группу «Тактические решения», после чего сделать репост и ждать. 30 ноября ровно в 18:00 по московскому времени на стриме на ваших глазах я выберу 13 победителей путем рандомного подбора через приложение. Ссылка на запись, которую нужно репостить, в описании. А на сегодня это все. С вами был Андрей Поэт. Пока.